Отказывайтесь, тогда мы можем принять другую программу. А какую вы почувствуете? 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22-й год был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год немирный. Это будет год, когда, наконец, Россия станет снова великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну. Иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских сперва в Донбассе, а потом в Западной России. Поэтому давайте в этом плане поддержим новые направления. Британский кабинет Бориса Джонсона сладострастно ждет эту войну, потому что она тоже переключает внимание с внутреннего правительственного кризиса на уже запрограммированное российское вторжение. Да и королевской фамилии тоже срочно нужны отвлекающие факторы. Ведь Скотланд-Ярд раскопал, что официальный наследник престола, принц Чарльз, раздавал высокие британские ордена.